Всем подписчикам доброе утро. Я хотел бы с вами поговорить по препаратам. Кто смотрит мои видео, где я рассказываю, что могу помочь в заказе препаратов. Вот я получил еще одну партию. У меня заказывали препараты. Еселен, Споровит, это я себе взял. Фоспринил, часть себе, часть на заказ. Соликокс, аналогично, часть себе, часть на заказ. Элеовит. Кстати, водорастворимые, они инъекционные, и их можно использовать как водорастворимые препараты. На что хотел акцентировать. Да, кстати, чектоник заказали тоже. Хочу сразу предупредить. Вот элеовит еще. АСД. АСД, вторая фракция, энрастин. Всего понемногу заказывают. Особенно важные, нужные препараты. Вот тетрамизол. Тоже от глистов. Ну, фоспринил вот такой. Я использую 10-миллилитровый. Он эффективнее. Потому что 50-миллилитровый только если огромное у вас поголовье живности для обработки. Акцентирую внимание. Ребят, метронидазол. Я вам сейчас его покажу. Вот она банка. Метронидазол. У меня он, видите, тоже кончился уже. Я хотел в этот раз себе метронидазол заказать. Потому что была пропойка у меня птицы. Его нет в наличии. Мне сказали, что, к сожалению, в данный момент поставок метронидазола не будет. В связи с тем, что какого-то компонента, который входит в эту таблетку, не лицензировали. В общем, пока его не выпускают. Ни в каких объемах и упаковках. Если где-то в каких-то ветаптеках или еще складах остались они, то это старые остатки. Только в человеческих покупать можно. Но там дороже, конечно же. Как аналог-заменитель метронид 50. Метронид 50 это в жидкой форме. Его можно как в инъекции внутримышечно вводить, да, подкожно внутримышечно, так и пропаивать. Пропаивать его тоже можно. Миллилитр на литр. Поэтому я вот предложил покупателям его приобрести. Поэтому часть себе заказал. По-моему, два флакончика себе я взял. Потому что у меня метронидазола нет. На всякий случай, что был. Или один я себе взял, не помню. Имейте в виду, метронидазола в данный момент нет. Заказывайте препараты, у кого очень большая удаленность от ветклиник или ветаптек, где цены вот на такой фоспринил 200 с лишним рублей и выше. У меня можете заказать его подешевле, я со складов достаю эти препараты через знакомых, потому что вошли в мое положение птицеводы. Сами хотят помогать своей птице, но в ветаптеках зачастую этих препаратов не найти, либо они будут очень дорогими. И я стараюсь, конечно же, скомплектовать заказ и отправить одним разом сразу. Поэтому иногда задержка бывает на неделю, полторы, потому что если на этой неделе этого препарата нет, то на следующий он может появиться, я его дозаказываю и отправляю. Если есть вопросы, задавайте. На электронную почту вы можете написать. Мою электронную почту вы можете увидеть под этим видео. Либо о канале информация. Я вам вышлю разные инструкции по препаратам, которые я предлагаю, в общем-то, которые сам применял. Которые действенные. Вот. И перечень препаратов с ценами. Вы посмотрите, выберите. Если вам понравится, можете заказать. С доставкой все равно будет выгоднее. Имейте это в виду. Я вас не обманываю, не вру. Посчитаете сами даже. В среднем доставка от 250 там, до 300 с лишним рублей. В зависимости от объема. Выберите несколько позиций. Все это суммируйте. И посмотрите в других интернет-магазинах их доставкой минимальной. Ну и либо в своей ветаптеке. Сравните и скажите мне в комментариях, дорого ли у меня или нет.
Всего хорошего. Пишите, я с удовольствием вам помогу.